Один ремонтирует, другой проверяет. Это задание конкурса профессионального мастерства. Участвуют студенты 4 образовательных учреждений. Из Уссурийска, Чугуевки, Черниговки и поселка Кировского. Перед соревнованиями молодые специалисты проходили предварительную подготовку. Такой модуль, как гидравлика, значит, стенда для диагностики гидравлики в Приморском крае ни у кого такого нет. Вот, и ребята, прежде чем работать на нем, должны пройти предварительное ознакомление с ним. Сложный модуль и электрика, то же самое, трактор, который у нас стоит за спиной, там в самом краю, стоимость его 9 миллионов. Вот. Работу выполнить нужно тщательно, и каждый трактор, который дети ремонтируют сегодня, либо обслуживают, он должен быть заведен. То бишь запускается двигатель, проверяется работа экспертом, ну вот как-то так. Здесь вот мы стоим, первый модуль – это пахотный агрегат. Тоже ребенок должен выполнить все неисправности, которые эксперты сделали. Вот, подогнать трактор к нему, прицепиться, поднять плуг, то ли он перевернется у него, то ли что, посмотрит, как эксперты. Поэтому так. А что дает участие в конкурсе ребятам? Во-первых, здесь у нас присутствует сегодня один из крупнейших работодателей Приморского края, это представитель Росагро. Он тоже выступает сегодня в качестве эксперта. Сегодня он, это впервые такое, как только стал WorldSkills убрали и стал просто чемпионат. Мы должны пригласить сюда независимого эксперта. Вот он сегодня увидит, что из себя представляют наши выпускники. Вот, ему стало интересно. Завтра он проведет большую профориентацию с нашими ребятами, то бишь ему понравилось. И вот эту всю работу, которую ребенок выполнит сегодня здесь, она ему в дальнейшем очень и очень даже пригодится в любом хозяйстве. Здесь он должен и форсунку уметь отрегулировать сам, и топливный насос установить, и отрегулировать его. Попадая в хозяйство, ребенок получает здесь у нас и скилл-паспорт сразу вот, по итогам чемпионата. Трудно сказать, что не дает этот чемпионат, понимаете? Очень трудно сказать. Потому что здесь все от возделывания земли, и там на агронавигаторе он выполняет любую процедуру, какую ему задаст система. Либо это уборка, либо это обработка химикатами поля. Ну, интересно, проходят все процедуры. А насколько ребята вообще интересуются сельским хозяйством ежегодно, сколько приходят ребят сюда обучаться? Вы знаете, вот создав такую базу, многие мальчишки и девчонки, кстати, девочки даже у нас две учатся на механизацию, с удовольствием идут, с удовольствием заходят вот в это помещение, уходят там с теории, где-то что-то отпрашивается. Им очень интересно стало вот воочию убедиться, разобрать двигатель самим, потрогать все узлы и запасные части двигателя, который в дальнейшем будет установлен на трактор, на котором он будет работать. Потрогая своими руками, уже вы его ничем не удивите в хозяйстве. В поле где-то случится поломка, ребенок всегда сможет самый минимум, знаете, исправить сам. Подготовка здесь колоссальная к этому конкурсу. Здесь один из модулей – это пресс-подборщик. Не только обработка земли, даже заготовка сена. Здесь тоже вот, если будет крупное хозяйство, допустим, там какое-то, где есть и животноводство, и пахота своя, все. Вот этот специалист, который уйдет отсюда, он очень даже пригодится в хозяйстве. Для того, чтобы условия были максимально приближены к реальности, эксперты создавали аварийные ситуации, которые студенты должны были устранить. Задания не из простых. Умение выполнить регулировку, ремонт и техническое обслуживание на 5 модулях. Ребята разбирали двигатель, собирали по этим, показывали свой скилл, навык, да, в части ремонта двигателей внутреннего сгорания. Также ремонтировали экскаватор, ремонтировали гидравлические цилиндры на нем, потом на стенде на гидравлическом собирали схему экскаватора, то есть, да, это уменьшенная копия такой большой машины, скажем, и с помощью шлангов соединяется и показывается, как техника действует. А вот вы как эксперт подсказываете ребятам? Я подсказывать не могу. Я смотрю, как это все происходит, выявляю ошибки, их отмечаю. Смотрю, насколько ребята подготовлены, насколько они готовы к дальнейшей работе в таких организациях, как наша. И как, по вашему мнению, насколько ребята готовы? Здесь довольно-таки высокий уровень подготовки кадров, и ребята показывают с очень хорошей стороны. Практически ни у кого не возникает ошибок. Есть, конечно, мелкие недочеты, потому что ребята все-таки учатся пока еще, и практику пока еще не проходили. Но все могут прийти к нам и пройти у нас практику,
поработать у нас в организации, тем самым во время практики получить опыт в такой организации, как у нас, сельскохозяйственной, по своему непосредственному направлению, и дальше устроиться у нас на работу уже и работать полноценным работником. То есть бывает такое, что вы на подобных мероприятиях подмечаете для себя какого-то человека, и в будущем, возможно, он будет работать в вашей компании? Конечно, мы для этого сюда и приезжаем. Мы здесь ребятам раздаем анкеты, ребята их заполняют. Вот, мы вносим их в свою базу, в дальнейшем ведем их полностью. Приезжаем не только в техникум, но начинаем уже работать с детьми со школы. Начиная со школы, мы их видим, мы смотрим, какие работы они выполняют, потом различные квалификационные работы, смотрим на них, ведем этих ребят. Дальше, после того, как они поступили в среднее учебное заведение, высшее учебное заведение, там смотрим на них, участвуем в таких конкурсах, видим этих детей, и дальше уже смотрим, кто из них, кого из них мы хотели бы видеть в нашей организации. А хватает ли сейчас молодых специалистов в сельскохозяйственных предприятиях? Хотелось бы больше, чтобы их было. На сегодняшний момент есть большая потребность, и у нас, и в других организациях есть потребность в молодых специалистах такого уровня. Вот. Но мы стараемся, ищем, работаем над этим, ездим во все образовательные учреждения, присутствуем везде. Стараемся, чтобы больше ребят шли к нам, в нашу организацию. Вся техника на ходу. В этом убеждаемся вместе с главой Черниговского района. Здесь же, на учебном полигоне, он сам садится за руль трактора и, управляя им, рассказывает моей коллеге Елизавете Курочкиной о всех механизмах и деталях. Ну, отец занимался фермерством, было фермерское хозяйство, поэтому очень с ранних лет. Но это чем-то вообще отличается, вот как на машине ездить? Ну, отличается, конечно. Отличается тем, что... Во-первых, когда ты производишь определенные работы, ты должен отрегулировать орудие. То есть машину мы едем и едем. А что касаемо работы техники, то непосредственно надо смотреть, в зависимости от того, какую работу ты выполняешь, будь то пахота, либо это будет подготовка иная почвы. Поэтому все зависит от того, какие функции ты выполняешь. А просто кататься на тракторе не катаются. Почему так? Утром встал, завел трактор и поехал по селу кататься. Ну, может быть, раньше это так и было, но сегодня технику эксплуатируют по назначению. Раньше же изначально лошади были, предназначение у них было гужевой транспорт, затем трактора. Сегодня как бы другая техника, трактора используются непосредственно для работы в полях, либо для очистки дорог, ну, либо для других каких-то целей, но явно не для катания. Сейчас техника должна быть готова и у всех сельхозпроизводителей Приморья. Уже идет посевная кампания. Об этом рассказал Андрей Бронц, министр сельского хозяйства региона. 2000 гектар уже подсеяно в обработке. Вот сейчас немного 2 дня дождей нам помешали, но завтра уже погода налаживается, будет по ряду районов до плюс 18-20. Ну, думаю, что наши 38 тысяч гектар ранних зерновых будут отсеяны, основная часть, вот до конца апреля. Оптимальные сроки. Начали высадку раннего картофеля под укрытие, уже порядка 2,5 гектар посадили в Партизанском, Уссурийском городском округе, в Партизанском районе. Здесь сегодня задача подготовить сейчас семена, и начали потепление, сейчас как раз пришло, поздние сроки уборки сои. Не всю сою успели подработать, вот начали подработку сои. Ну и из самых таких, наверное, сложных моментов, это позднеуборочная переувлажненная почва. Сегодня необходимо заделку борозд сделать, которые нарезали комбайны, да. Полуметра у нас сегодня колея осталась. Здесь, конечно, необходимо вот дополнительные затраты понести. И недостаток зяби повлияет, конечно, по срокам сева. Сегодня техника готова. Как бы не тяжело было с импортными запчастями, варианты все вот отработаны и что-то доставлено, что-то уже на подходе. Конечно, ценовая ситуация сегодня по всему миру и, в частности, в Российской Федерации снижены цены закупа по сои, кукурузе, были достаточно низкие первоначально цены. Это
накладывает дополнительно проблемы. Но я надеюсь, вот сейчас стабилизируются цены, и крестьянин реализует последнюю сою, потому что сегодня сеять можно тогда, когда ты знаешь и уверен, что твоя продукция востребована. Поэтому, когда обыватель, простой обыватель жалуется и на Министерство сельского хозяйства Приморского края, иногда и на правительство, что вот они занимаются экспортом, но сегодня мы себя закрываем в 4-5 раз потребность в кормах, потребность нашего масло-жиркомбината в этой продукции. Нам необходимо выходить на экспорт, потому что крестьянин сегодня должен иметь доход для того, чтобы развивать свое хозяйство, кормить свою семью. Конечно же, мы будем заниматься экспортом, и сегодня задачи вот последние там, порядка 140-150 тысяч тонн, которые пока не нашли покупателя, их реализовать. И, конечно, фермеры не должны забывать о том, что в Приморье сейчас противопожарный режим. А значит, надо соблюдать все меры предосторожности и требования законодательства. Да, Приморский край, он в засушливые годы, когда весна ранняя, засушливая, часто попадает в центральной прессе в первые полосы, когда горят до десятки тысяч лесов, и были такие годы. Но я не скажу, что большая часть пожаров, но часть пожаров переходит из сельхозземель, с палов сельскохозяйственных угодий на лесные участки. Поэтому, конечно, последние вот эти 5 лет работаем с сельхозтоваропроизводителями. С каждым, кто получает господдержку, заключено соглашение о мероприятиях, которые хозяйство обязано проводить. Первое – запрет на выжигание сухой растительности на сельхозугодьях. Ограничение только стерня-рисовое, там, где рис производится, там технологически невозможно ничего сделать. Но там ограничено дорогами и каналами, там в лес ничего не уйдет, и там каждый чек ограничен. Вторая задача, которую мы поставили сельхозтоваропроизводителям, это проводить минерализованные полосы. Отработана 2-километровая зона от населенных пунктов, от лесных угодий, самых пожароопасные участки, доведена эта информация. Внедрена система мобильная, которую каждый сельхозтоваропроизводитель может установить на мобильном телефоне, скачать себе программу, которая позволяет дистанционно передавать снимки проведенных мероприятий. Тоже провели минерализованную полосу. На этом поле делается фотография, она автоматом привязывается к этому полю. И в системе агроуправления мы уже видим, что это хозяйство у нас исполнило обязательства перед нами, потому что минерализованные полосы в этом хозяйстве произведены. Сегодня нормативка федеральная поменялась. Сегодня задача такая, что хозяйство, которое не занимается противопожарными мероприятиями и осуществляет палы, должно быть лишено господдержки. Это федеральные требования, мы их обязаны соблюдать и будем соблюдать. Сейчас в полях уже все Приморье. Посевная кампания набирает обороты. Всего в этом году планируется засеять соей, кукурузой и другими культурами более 470 тысяч гектаров. На проведение весенних полевых работ сельхозпроизводителям предусмотрено более 150 миллионов рублей субсидий. Напомним, Олег Кожемяка на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что сельхозпроизводители края впервые за всю историю Приморья в прошлом году намолотили более 1 миллиона тонн зерна и сои.